Сегодня состоялось заседание Конституционного суда Республики по слушанию дела о толковании положений статьи 42 Конституции Республики Саха-Якутия. Заявителем выступил народный депутат Республики Михаил Габышев. По мнению заявителя, указанные конституционные нормы интегрируются неоднозначно, и так как законодательное определение понятия коренных народов Якутии отсутствует. Народный депутат просит Конституционный суд дать интерпретацию, официальное толкование данных положений Конституции, а именно, что имел в виду конституционный законодатель, когда закрепил формулировку «коренной народ республики» и какие неотъемлемые права гарантирует Конституция коренным народам республики. Итоговое решение Конституционного суда будет оглашено в открытом заседании 21 октября.